Oh.
благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Thank you.
Я Богу!
почти и видишь, и преклони ухо Твое. Слышащий Слово Божие и храня.
Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий и Сергиевы Лавры Священного Архимандрита и Господина Преосвященнейшего Константина, епископа Зарайского, Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, братья святого храма сего, благотворители и благоукрасители святого храма сего, да поминет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно. И во веки тебе Богу. Господина нашего, высокопреосвященнейшего Ювеналия, и Митрополита Франциска и Новоленского, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки Oh.
сие есть тело мое, где же забыло мимое, о оставление грехов. Thank you.
великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий и Сергиевы Лавры, священная Архимандрита, и Боже, даруй святым Твоим церквам, в мире цело, честно, здраво, благоденствующе, право, правище, слово Твое я. Воскресение Господне.
с нами. Дорогой отец Андрей, все честные отцы, дорогие братья и сестры, и специально хочу обратиться к юношеству и детям. Все это богослужение прошло для меня глубокой духовной радости, потому что мы совершали богослужение в одном из величественнейших Московской епархии храмов, который воздвигнут из руин и может считаться храмом исповедников, исповедниками в церкви. Именуются лица, которые претерпели мученические страдания за Христа, но остались живы. И вот этот храм из руин, из небытия вновь стоит прежним и, может быть, еще в большем величии красоте, после поругания и надругательства над ним. И радовалась моя душа потому, что впервые за всю мою долгую службу в Московской епархии детский хор участвовал в божественной литургии. Конечно, много раз при входах детские хоры пели, но в таком числе 500 человек еще не было. И я хотел бы с этого святого места благословить настоятелей наших храмов Московской епархии практиковать такие службы в каждом приходе с участием детей воскресных школ. Апостол Павел в одном из своих посланий говорит: «А нас говорят, что мы мертвы, но вот мы живы». Эти слова хочется повторить сегодня о нашей церкви, о нашей епархии, об этом замечательном приходе. Господь через пророка Моисея дал роду человеческому 10 заповедей. И одна из них, дорогие дети, обращена к вам. Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и долголетием будешь на земле. Это дань, это благодарность детей должна обращаться к родителям, которые дали вам жизнь, которые воспитывают вас. И помните о Матери Церкви, которая духовно возродила вас в таинстве святого крещения и воспитывает вас, готовя к вечной жизни. Пусть Господь молитвенным предстательством царственных страстотерпцев, всех святых, в земле российских россиян, дарует